что для меня Пасха. В этом году я пережил смерть моей мамы и, конечно же, все, что связано с жизнью, с любовью, с возможностью прожить жизнь с радостной надеждой, очень близко моему сердцу. Поэтому слова, которые произнес Спаситель в Евангелии от Анны «Живу я, и вы будете жить», для меня имеют огромную ценность. Как сказал католический философ Габриэль Маркес, сказать человеку, что «я тебя люблю», это все равно, что сказать, ты будешь жить вечно и никогда не умрешь. И вот для меня в этом году Пасха и связана с этой удивительной надеждой, что в Божьей любви мы можем жить и никогда не умереть. Мы можем жить и говорить жизни «да» со всеми ее обстоятельствами, со всеми ее перипетиями. И вот что для меня, дорогие друзья, Пасха в этом году.